Сильные подземные толчки на японском острове Кюсю вызвали оползни, в результате чего обрушился 200-метровый мост. Скоростной поезд сошел с рельсов, и были повреждены многочисленные строения. Спасательные работы не прекращаются ни на минуту. Сколько человек все еще находится под завалами, неизвестно. В течение субботы в регион прибудут еще более 15 тысяч спасателей. Я отдал распоряжение, чтобы в регион направили еще больше военнослужащих и спасателей. Нужно сделать все возможное, чтобы найти пропавших и достать тела жертв трагедии. Спустя 5 лет после Фукусимы каждое землетрясение в Японии вызывает особую тревогу. Всего в 120 километрах от эпицентра подземных толчков находится атомная станция Сендай. По сообщениям руководства АЭС, никаких происшествий на ней зафиксировано не было. Жители японского острова Кюсю все еще не оправились от шока. «Пока повторные толчки не прекратились, я не могу думать о будущем». Кроме того, метеорологи прогнозируют на ближайшие дни сильные дожди, что может привести к новым оползням и разрушениям уже поврежденных зданий.